Мигрень, артриты, гематомы, отиты, риниты, проблемы с кожей и иммунитетом, заболевания желудочно-кишечного тракта, гинекологические болезни. Какие только заболевания не лечит новый физиотерапевтический аппарат комбинированной терапии, появившийся недавно в отделении восстановительного лечения Видновской районной клинической больницы. Этот аппарат позволяет производить лечение, оказывать физиотерапевтическое лечение больным, используя токи, магнитотерапию, ультразвуковую терапию, лазеротерапию. Причем производить можно лечение одновременно как двум пациентам, так и одному пациенту, но производить двумя факторами. Для каждого заболевания умная машина предлагает свои варианты лечения, в которых уже прописаны как параметры и время процедуры, так и их частота. Все это отображает на экране монитора. Только в курсе магнитотерапии более 120 протоколов лечения различных болезней. Мы выбрали программу «Зудящий дерматит». Слава богу, с глазок у меня все это ушло. И вот таким образом оставляем. Здесь идет вот воздействие магнитными полями. 15-летняя София Козлова лежит в Видновской районной клинической больнице уже 3 недели. Безобидная прогулка в дачном лесу окончилась для девушки госпитализацией из-за укуса клеща, зараженного боррелиозом. Помимо капельниц, уколов и таблеток Софии прописали и физиотерапию. Домой, говорят, еще не скоро. Не скоро, да? Угу. А сколько раз были на физиотерапии вот на таком аппарате? На физиотерапии раз 5 уже. Уже лучше. Угу. Я иду на поправку, и мой дух ничем не сломить. Лечение токами на новом аппарате проводится с помощью удобных вакуумных насадок вместо привычных пластин, которые вечно норовят сползти. Лазер хорош для лечения отитов и ринитов, лучшей регенерации ран. Такая совершенно замечательная насадка, это кластер. И здесь идет воздействие как инфракрасным, так и красным лазером. То есть идет сочетанное воздействие, и если красный проникает чуть-чуть поверхностно, инфракрасный глубже, то тут оно как бы происходит такая как бы когеренция этих волн, и оно оказывает более такое полное воздействие. Ультразвуковая терапия на аппарате показана при воспалительных заболеваниях суставов, мастопатии, для рассасывания после операционных рубцов. Словом, новый физиотерапевтический аппарат способен справиться практически с любой проблемой. Лечение могут получить все пациенты стационара Видновской районной клинической больницы после консультации с врачом. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.